Всем привет! С вами канал ArtMania. И сегодня у нас обзор на вот такую вот стручковую фасольку 400 грамм. Покупала ее в Перекрестке по акции где-то около 60 рублей, без акции 84. Эко не видаль. Что-то такое нестандартное, не видаль. Так, здесь вот способы приготовления написаны. Можно в микроволновке 8-10 минут, на сковородке 6-8 минут, там чего-то. И мультиварки даже. Как раз весь набор современного человека. То есть не в кастрюле на газу или там на чем-то еще, а именно вот так вот. Так, здесь также у нас идет рецепт. С тунцом там что-то тра-та-та. Так, ну ладно, это нам не надо. 400 грамм, срок годности в норме. Тут у нас что, белки, углеводы, жиры. Жиры ноль, ну естественно. Так, ну вот она. Она была замороженная. Такая недорогая, 400 грамм. Все-таки за 400 грамм обычно стоит гораздо-гораздо дороже. Вот. И сейчас мы с вами посмотрим, что же у нас там внутри. То есть, в принципе, за этой пачкой неизвестно, что там. Может, там вообще все они какие-нибудь черные, там испорченные или сухие. Там, я не знаю, здесь-то вот нарисованы они зелененькие, красивые. А, ну тут, кстати, написано, что рецепт в подарок. Так. Уже убежали пару штук. Только хотела сказать, открываем. Ну, надо было их взвесить. Ну ладно. Кстати, ничего себе такие нормальненькие. Немножко, кстати, вот тут вот. А, нет, это не мусор. Это от одной оторвалось. Не знаю, конечно, какие они еще будут в деле, потому что старые стручки, я знаю, что они жуются очень тяжело, но тут. Я думаю, не особо поймешь, где тут старый. Хотя нет, слушайте, можно понять, наверное. Вот здесь вот как бы вот не видно дырочки. А, например, вот этого вот дырочка есть. Есть что-то такое. Лежит. Такое же. Ой. А, нет, это тоже стручок. Вот тут вот. Как будто он прям такой старый. Ай, еще замороженные. О, вот тут вообще дырка. Ну, не знаю, видимо, там все-таки набраты всякие, всяко-разные. Вот. Также у меня, кстати, есть вторая пачка. Давайте ее тоже откроем. Здесь у меня замороженная. А здесь тот же самый салат. Я все-таки думала, как раньше были дрожжи, я помню, на них были или дрожжи, или что же было. А, нет. Для холодца были эти, как их, желатин. И там были разные рецепты, я помню. 5 штук их было, что ли, разных. Вот я помню, прям за ними гонялась. Было интересно. Ай, мой ножниц сломался. Ой, господи. Ножниц мой. Вот. Сломался. Так, открываем. Ну вот они, кстати, вот так замороженными выглядят. Вот, и все. Вот они, замороженные, вот так выглядят. Все вместе даже он замороженный. Вот, на вид они, в принципе, выглядят хорошо. А дальше я сейчас их буду готовить, и потом я вам в конце покажу, что же у нас получилось, насколько это вкусно, стоит покупать или не стоит. И есть ли там какие-то старые стручки, которые проживать очень-очень сложно. Вот, поэтому не переключайтесь, это будет чуть-чуть попозже. Ну, у меня попозже, а у вас через секундочку. Так, ну вот смотрите, получилась вот такая у нас фасолька наша стручковая. Очень такая нежная, мягкая. Вот, давайте ее попробуем на вкус, какая же она. Она очень нежная, прям мягенькая, такие вот мягенькие прям стручки, даже
Когда я сварила ее еще, попробовала, она прям мягкая, обалденная. В общем, получилась ароматная. Рецепт на нее будет отдельно. Надеюсь, что будет он в конечной заставке. Постараюсь я это сделать. Очень хорошая фасолька, очень прям нежненькая. Такая, я боялась, что она будет жесткая, там мало ли что могут набрать, тем более недорого. Вот, я буду покупать дальше и, в принципе, вам советую. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши другие ролики, наши влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Вот, также обзоры на другие продукты с магазинов Фикс Прайс, Светофор, Победы, из обычных магазинов. Обзоры на шоколадки также есть у нас. Также живопись, кулинария, фоны. И всего много еще интересного есть на нашем канале. Обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, пишите комментарий. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока.